Друзья, всем привет! Это канал Просто Кухня. Спасибо большое, что вы с нами. Сегодня я буду готовить куриные крылышки на сковороде очень простым способом, но очень-очень вкусные. Для этого взяла где-то 600-700 грамм крылышек, точно не могу сказать, но одна упаковка у меня была. Разрезаю каждое крылышко вот так пополам. Так будет и есть, и готовить гораздо удобнее. Перекладываю их в миску, добавляю столовую ложку соды и вливаю почти целую миску обычной воды. И хорошенько крылышки промываю в этой воде с содой. Затем воду сливаю и еще в одной воде еще раз промываю. Потом перекладываю на полотенце, вот я сегодня бумажные использовала, и слегка обсушиваю, чтобы лишние брызги не летели по кухне. Разогреваем потом в сковороде немного растительного масла и кладем крылышки обжариваться. Делаем это на достаточно сильном огне. Затем переворачиваем и продолжаем обжаривать. В общем, обжарить нам нужно с каждой стороны. После того, как крылышки обжарились, добавляю по вкусу соль, приправу для курицы, чайную ложку, ну и где-то 1,5-2 чайные ложки паприки. Если вы любите поострее, можно добавить чеснок, ну или еще какие-то свои любимые специи. Все хорошо перемешиваю теперь со специями. Краду у мужа пиво 150 мл, любого светлого. Вливаю туда и продолжаю это все готовить. И готовлю уже до испарения жидкости. Примерно вот до такого состояния. Крылышки получаются, знаете, в такой, как в глазури, в очень-очень вкусной. И получаются ароматные, мягкие. Друзья, обязательно попробуйте. Я желаю вам всем приятного аппетита. Друзья, подписывайтесь на наш канал. Всем крепкого здоровья и удачи. Пока-пока.